Ти молода українська режисерка, актриса, сценаристка, народилася в Києві в інтелігентній родині. І, власне, розкажи, будь ласка, про своє дитинство, яким воно було? Родители всегда меня поддерживали с самого детства, и я училась в детском шоу-театре «Чунга-Чанга» в Киеве, тут на Прорезной. И оттуда и началась любовь к актерскому мастерству, к театру, к кино. Когда я заканчивала школу, и было время выбирать, куда поступать, какой университет, какая специальность, родители думали больше про бизнес, ну или что-то серьезное, взрослое, не актерское мастерство. Но мне удалось их убедить, ну и мы приняли это решение вместе. Но уже к середине первого курса я начала понимать, что мне нравится актерское мастерство, но душа все равно больше лежит к режиссуре. Тобто, знаєш, такого конфлікту не було між тобою та батьками, ну, тому що, ну, не всі батьки зазвичай дуже там добре ставляться до того, коли дитина хоче займатися там мистецтвом і таке інше. Ну, вони спочатку, ну, як сказати, не відносились к этому серйозно, тобто вони поощряли там творчество як кружки, грубо говоря. Но не було такого, що це вот буде як кар'єра, як вибір житті. Но потім я их переубедила, и мы приняли все равно это решение вместе. Поэтому они меня поддержали, и я им очень благодарна за это. У 18 років ти вступила до Нью-Йорк Юніверсіті, там ти вивчаєш кіномистецтво та продюсування. Я думаю, що ти спілкуєшся також з молодими українськими акторами, там, продюсерами, і ви, може, порівнюєте, да, систему, наприклад, там, мистецьку у Америці та в Україні. От розкажи, будь ласка, що є спільного і що, як вона відрізняється? Ну, так как я не училась в высших заведениях в Украине, мне сложно сказать, но могу ссылаться на опыт своих сверстников и на свой опыт учебы в средней школе. Я могу сказать, что в Америке с самого начала, с первых уроков, очень много внимания дается ресерчу. Ну, не просто, а именно учатся, у тебя учат, как правильно его делать. То есть не ограничиваться там статьей в Википедии или одной книгой, а именно и, потому что ресерч, он важен для актеров, как к подготовке к выходу на сцену, так и при съемках. Ресерч очень важен для режиссера, сценаристов и продюсеров, поэтому вот с первого курса именно этому всему учат. Также у всех студентов есть урок «Writing the Essay», где кроме ресерча тебя учат формулировать свою точку зрения и делать основанный аргумент. Есть и также, что очень интересно и очень важно, на мое мнение, это то, что преподаватели — это люди профессии, люди практики. То есть это не просто люди, которые вообще не знают, о чем они говорят, и не знают, что происходит в индустрии, а они находятся на вершине своих профессий и делятся с нами не только теорией, но и практикой, и своим опытом. И также, наверное, очень важно, что в Америке американская система дает возможность искать себя. То есть даже если у тебя медицинская специальность, ты можешь брать уроки там, в бизнесе, в актерском мастерстве, но тебе для этого не нужно подаваться заново. То есть, вот, допустим, у меня мейджор, мой главное мое обучение мое в театре, и у меня есть две подстипендии, под специальности в продюсировании в кино. И я очень благодарна университету, что я могу так сделать, что мне не нужно заново поступать, чтобы учить театр и кино. У травні в Лос-Анджелесі відбувся відомий онлайн-фестиваль короткометражних фільмів, який називається «Top Shorts». І там твоя стрічка, яка називається «Якщо було завтра», це власне твоя перша стрічка, вона отримала нагороду на цьому фестивалі. От розкажи, будь ласка, про свої почуття, коли ти молода режисерка, і твоя дебютна стрічка, і вона одразу отримує нагороду. От що ти відчувала в той момент? Це було дуже неожиданно. И, ну, ничего бы из этого не произошло, если бы не собралась действительно такая профессиональная, замечательная и талантливая команда с замечательным оператором Евгением Киреем, с художником-постановщиком Надей Питер и со всей другой, со всей нашей командой. И огромное спасибо, конечно, сопродюсерам, моим сопродюсерам Сергею Сушону и Патрисию Кузнецову и всем, кто верил и помогал этому проекту осуществиться. Вы все крутые. Поэтому действительно это было очень приятно и очень неожиданно. У фильма уже есть 14 наград, и я думаю, это хороший общий наш такой старт. И мы очень ждем именно украинскую премьеру на украинских фестивалях нашего фильма. Очень интересно именно, как
Что скажет наш зритель? Нам очень-очень интересно мнение, так что мы очень ждем. А до речі, ось ти кажеш про українські кінофестивалі. Ну, зараз через цю ситуацію з пандемією вони всі або відкладаються, або проводяться в онлайні. І, власне, коли український глядач зможе побачити цю твою стрічку? Хоча б якась приблизна дата вже є? Дати приблизительно нету. Мы отправили уже заявки на разные украинские кинофестивали. И сейчас ждем ответ, как только, так сразу. Надеюсь, что скоро. Надеюсь, что скоро и надеюсь, что будет вживую. Но даже если будет онлайн, тоже хорошо. Так что пока в ожидании, но очень ждем. А якщо не секрет, то які саме фестивалі українські, які ви відправили? Ми подались на різні фестивалі. Ми подались на «Молодость», на «Одесу», на «Візарт» во Львові. Тобто ми подались на фестивалі в різних містах України, тому поки ще не знаємо дійсно ні дату, ні коли буде прем'єра, тому що поки ще нету результатів. А от, власне, наскільки взагалі відрізняється глядач, скажімо, в Америці і в Україні? Чи побачила ти якусь різницю між сприйняттям саме у людей? Ну, так як я ще не отримала, так сказати, прямо фідбек українських зрителів, у нас був показ в Мілані в Генеральному консульстві, і там були наші українці. На моє мнение, фідбек був дуже хороший. Тобто всім понравилось, що іменно показана війна не с военными действиями, а более немножко с другой стороны, с такой сюрреалической оболочки. И она вызывает как и надежду, так и такие как смешанные чувства. Поэтому было интересно посмотреть на мнение зрителей наших украинцев в Италии. У нас не было еще прямо вот больших таких показов, потому что фильм еще находится в фестивальной своей истории, но надеюсь, что скоро после фестивальной истории будут какие-то и показы по Украине, и мы сможем получить больше фидбэк, тогда я смогу точно сказать. Ну, от, власне, всі ці фестивалі, це більш так виглядає елітарно, да? Тому що ну, не кожна людина може прийти там на фестиваль, наприклад, заплатити за це кіно. А от чи плануєте ви після того, як ви покажете цей фільм на фестивалях, наприклад, у вільний доступ його просто використати? Звісно, звісно. Є в планах в общий доступ, але поки плануємо зробити, вот, закінчити як фестивальну історію, потім якісь, може, покази вместе з другими українськими короткими метрами, може, по кінотеатрах як-то так зробити. І, тобто, і під кінець, звісно, всієї цієї історії можна вже в общий доступ буде викладувати фільм. Да, ну от я знаю, що зйомки фільму вони проходили в Україні у липні 2019 року. Можеш, будь ласка, розказати саме про те, як зараз в Україні відбувається цей знімальний процес, може, якісь курйозні або цікаві моменти саме з знімального процесу? У нас було три зйомочних дня: 25, 27 і 29 июля 2019 року. Съемки были немножко, конечно, сложные, потому что в большей степени было на улице, это было где-то под 40, жара. И был смешной момент, когда мы снимали наш такой страстный танец в озере, и тут нашу актрису кусает пиявка. Сразу говорю, ничего, никто не пострадал, просто было очень смешно. Даже была такая мистическая, скажем, история, мы снимали нашу сцену в окопе, и тут в небе мы видим очень-очень много воздушных шаров. А мы собирались снимать нашу сцену с ванной и воздушным шаром на следующую смену. Мы такие, в течение обстоятельств не думаем. Очень интересно было. Также был момент, мы снимали несколько сцен в озере. Снимаем, и тут замечаем семью, маму, папу и мальчика, которые идут к этому озеру к нам навстречу, и очень много надувных каких-то игрушек, матрасов, и команда, ну, наших администраторов подумали, что это просто семья пришла отдыхать, и сразу начали просить их уйти. Но это оказался наш актер, мальчик, вместе со своими родителями. Мы чуть актера не лишились, потому что подумали, что это просто семья пришла отдыхать. Но это было тоже смешно, все посмеялись. Ну и, конечно, потому что было жарко, очень жарко. Единственное место с кондиционером был туалет. И на съемочной площадке можно было услышать такие разговоры, как «Эй, слушай, чувак, надо зайти в туалет». Он такой: «Спасибо большое, я сейчас не хочу». «Нет, ты не понимаешь, зайди, тебе понравится». То есть это реально смешно, каждый друг другу ходил, говорил: «Зайди в туалет». Но еще, конечно, с музыкой было сложно. Нам, чтобы было успеть на наши все дедлайны, за один день нужно было записать одну джазовую композицию. Нам просто повезло найти студию на «Хати Рекордс».
Владелец Александр Садовец успел за один день найти джазовых музыкантов, и они в разное время за этот один день записались, мы успели. И эта музыкальная композиция просто идеально подошла к сцене с шаром, но это произошло просто действительно за один день, и нам очень повезло, что так произошло. От ти кажеш про те, що там була повітряна куля якась, а тобто ви справді взяли ванну, причепили її до повітряної кулі і підняли в небо, чи як це було? Так, іменно так ви і зробили, каскадерів не було. Ну, звісно, середні всі плани і крупні плани актерів знімались з хромакеєм, зеленим екраном. Но действительно кадр, где они взлетают в небо, это действительно так, они действительно взлетели, но актеров мы поднимали совсем на чуть-чуть, а на самый верхний мы поднимали Владимира Ющеринского, он как это его команда по воздушному шару, и он пилот воздушного шара. И вместе с ним в паре была наша как раз художник-постановщик Надя Юпитер, поэтому каскадеров не было. Надя Юпитер и Владимир Ющеринский поднимались на самый верх, держали просто с двух сторон тросами, а потом уже на посте мы тросы убрали. Но действительно шар поднимался, действительно это так было, прикрепляли. И я не знаю, может, это еще этого дело, но мне кажется, это очень круто, если мы первые сделали, что мы подняли на воздушном шаре ванну. Угу. Тобто, наскільки я знаю, що фільм у вас приблизно 15 хвилин, да? Вийшов? Да, 15 минут, там, 23 секунди, що-то таке. І це ви все знімали протягом 3 днів? 3 дня, да. Угу. Ну і повертаючись до теми сюрреалізму, наскільки я ти вже сьогодні про це казала, ну, звичайно, що мистецтво, воно зазвичай багатогранне, воно має багато сенсів, і тим більше сюрреалізм, да, коли основна мета, щоб кожен побачив там щось своє. Да? Але, власне, от яка твоя основна ідея, яку ти вкладала у цей фільм? Именно так, что для зрителя это действительно самое важное в этом фильме, что каждый свой смысл находит. Фильм открыт для интерпретации, и в основе фильма русско-украинская война, но сам фильм не о войне, мы не показываем никаких военных действий. Сам фильм он о выборе, о коридоре возможностей. И в зависимости от того, какую дверь главный герой откроет, так и будет. Но из-за войны даже может под угрозой быть существование этих дверей. Главный актер — солдат, которого играет не профессиональный актер, а действительно участник АТО. И это был очень интересный опыт. Мы действительно сработались, и мне кажется, получился хороший продукт. Но вот по поводу скрытых смыслов и всяких вот таких моментов я взяла для себя за правило не говорить, что именно я думаю о фильме, потому что это может испортить интерпретацию зрителя. Поэтому скажу, что символов и скрытых смыслов очень много, от стихий и до света в дверей, что фильм начинается и заканчивается огнем, что сцена с ванной и с шаром — это соединение как раз стихии огня, стихии воздуха и сотворение новой жизни через воду, потому что у нас идет огонь, воздух, вода и земля. Огонь — мужчина, воздух — женщина, вода — ребенок и земля — собака. Но больше я, наверное, ничего не скажу, потому что неинтересно будет смотреть. Добре, ну я розумію твою позицію. А скільки у тебе взагалі часу йде на те, щоб написати сценарій до фільму, до звичайно? Очень по-разному. Ну, то есть тут вообще была интересная история, так как 2 года назад я поехала к друзьям семьи в Филадельфию. И там именно зародилась идея просто из ниоткуда. Вот был огонь, воздух, вода, земля. Мужчина, женщина, ребенок, собака. И я эту идею оставила. И год назад я была на программе в Лондоне и пошла на выставку одной сюрреалистки Доротеи Танинг. И там я увидела картину «Рождение», где на заднем фоне нескончаемый коридор дверей. И мне она так понравилась, так зацепила. Я начала складывать как-то пазлы вместе, как одно связано с другим. И вот в июне 2019 года я начала вот писать, вот, не знаю, 6 июня, наверное, начала писать сценарий, а уже 25 июля мы начали снимать. И очень есть интересная история именно с написанием сценария и всех этих моментов, что вот я вот эту картину первый раз увидела, то есть изначально идея зародилась в Филадельфии, потом я в Лондоне увидела эту картину. Потом я написала сценарий, мы сняли фильм. Я взяла зимний семестр в Нью-Йорке, вернулась учиться и заехала в Филадельфию опять же к знакомым.
И мы просто пошли в музей современного искусства. И мы ходим, смотрим разные залы, наслаждаемся картинами, и тут вдруг я вижу эту картину опять. И я в шоке, так вообще она меня преследует. И я загуглила, а эта картина всегда была в этом музее. То есть в Лондон ее специально привозили. То есть я еще до того, как... То есть, понимаешь, как интересно, да, что в Филадельфии была, идея зародилась, и эта картина уже там жила, там уже была. И потом я ее увидела в Лондоне. Мені кажуть, це інтересно. Тобто це такий тотальний символізм якийсь. Так, така містика є в цьому. Тобі всього лише 22 роки, але ти вже займаєшся там написанням сценарію, продюсуванням, режисурою. У якому напрямку ти себе бачиш далі? От, тому що, ну знаєш, мені здається, що доволі складно митцю розвиватися одразу у кількох жанрах. От де ти більше себе бачиш? Ну, я прежде всего режиссер, также люблю писать и продюсирование, и даже немножко где-то актерское мастерство. И я всегда мучилась тем, что вот мне надо выбрать между кино и театром. Я не могу делать и то, и другое. Но я поняла, что я не могу выбрать, потому что они как и очень похожи, так и очень разные. Потому что, ну, театр мне нравится, потому что это мгновение никогда больше не повторится. И зритель дышит тем же воздухом с актерами. И да, может быть, несколько разных спектаклей, они чуть-чуть будут, конечно, от друг друга отличаться. Но интересно в кино то, что кино как раз может запечатлеть этот момент. И ты можешь его смотреть заново, и заново, и заново, и видеть какие-то разные детали. Поэтому они настолько разные, настолько оба замечательные, поэтому я решила не выбирать, и я решила развиваться и там параллельно. То есть, допустим, сделала один проект в кино, ушла в театр. Сделала в кино, ушла в театр. И поэтому вот сейчас как раз фонд Гала Дали и издательство Питер Оуэн дали мне театральные права на роман Сальвадора Дали «Визаж Каше», как раз, «Сокрытые лица». И я планирую осенью делать иммерсивный театр в Киеве. И вот как раз сейчас делаю ресерч и планирую где-то к концу месяца уже начинать писать пьесу. До речі, от ти знімала кіно в Україні, зараз теж, наскільки я розумію, повернулася в Україну. От наскільки взагалі складно українській режисерці чи українському там актору реалізувати себе саме там, наприклад, в Америці, чи зняти фільм саме в Америці? Чесно, не знаю, тому що я свої перші професіональні шаги починаю здесь. Хоча я ще учусь в Нью-Йорку, я ще не закінчила обучення, я просто взяла третий академотпуск в связи там, ну, с карантинами, с другими моментами. Поэтому я, если честно, то для творчества границ нету. И я бы хотела работать и развиваться в Украине, в Америке, в Европе, в Азии. Я люблю Украину, это моя родина, я хочу, чтобы весь мир знал про Украину. Но для меня еще просто важно не где, а с кем я работаю. Потому что что театр, что кино — это коллаборация, и важно еще не только профессиональные моменты, но человеческие тоже. И, ну, в Украине действительно очень профессиональные, но и действительно классные люди, и очень приятно работать в команде, где люди не просто делают что-то, потому что они это делают, а потому что они в это верят, и им это очень нравится. И вот этот фильм мы как раз все так и делали. То есть все именно загорались, и всем было интересно. Не просто потому, что мы это делаем, а действительно потому что всі ділилися цим творчеством і всі від нього питались. Взагалі, що тобі подобається з сучасного українського кіно або театру? Що останнє ти дивилася, наприклад? Чесно, мені дуже подобався фільм «Гуцулка Ксеня». Дуже. Прям дуже-дуже. І мені здається, що зараз і в кіно є цікаві, незалежні, успішні проєкти, і в театрі. Мне просто кажется, что в театре, я очень хочу посмотреть разные спектакли молодого театра, и театр «Мизантроп» мне очень нравится, тоже хочу еще. Я просто вот пока работаю, но как только появится какая-то минутка, я вот хочу вот с осени посмотреть действительно много спектаклей. Но действительно мне кажется, что у нас катастрофически мало новых украинских драматургов, современных именно. То, что у нас в театрах есть и, ну, украинская классика, и зарубежная классика. Но даже и зарубежные современные драматурги по ним ставятся. Но очень мало именно пишется и ставится сейчас современных. И мне кажется, что Лондон, он
столица просто театра, потому что именно там не забывают про классику, но и ставят современных интересных, там, Сара Кейн или Кирилл Чёрчилль, или Гарольд Пинтер, Данкан Макмиллан, действительно подпитывают и продвигают, и поддерживают современных драматургов. И мне хочется, чтобы у нас тоже люди хотели писать, и делать что-то для театра. И мне просто кажется, потому что в Лондоне есть настолько разный спектр театра, то есть даже самые большие театральные там ненавистники, но если не полюбят, то хотя бы заинтересуются. И мне кажется, что, возможно, когда-нибудь Украина сможет стать центром мирового театра и кино. Главное, мне кажется, просто главное экспериментировать, поддерживать свое и всегда делать что-то новое и не бояться. І, до речі, все ж таки, розкажи більше про цю маску, яку ти сьогодні вдягнула. Я так розумію, що це не просто так, це не через пандемію, але ну, вона є теж невід'ємною складовою цієї маски. Але, власне кажучи, розкажи про цей проєкт більш детальніше. Це проєкт, я і в Америці, і в Англії бачила цікаві імерсивні театральні постановки. І мені здається, що сделать в Украине тоже будет это интересно. Я как раз прочитала у Сальвадора Дали, потому что он мой, не знаю, духовный наставник, отец сюрреализма, я его очень сильно люблю. И у него есть только один роман, единственный, называется вот «Визаж Каше», «Сокрытые лица». И мне кажется, сейчас это настолько актуально, то, что мы все закрываем свои лица, ну, в связи с пандемией и в связи тоже с разными другими моментами. И его книга, она очень интересная, но я только частично буду базировать пьесу на его книге. Я хочу сделать действительно, как, чтобы зритель не сидел и смотрел, а был частью, погрузился полностью в этот перформанс. Поэтому именно прям сказать, о чем точно я не могу, потому что я еще не написала, потому что еще все в процессе. Но где-то в ноябре, мне кажется, это все сможет уже состояться. И мне очень интересно мнение и фидбэк, и как это все пройдет, потому что действительно очень люблю театр, и театр может быть разным. Ну, уявімо, що, наприклад, відмінили цей закон, ну не закон, а таке розпорядження про те, що люди повинні носити маски. Тобто вже можна буде без них. Ти все одно будеш продовжувати ходити в цій масці? Ні, звісно, ні. Я її не все время ношу, це просто як часть образу на даний момент, ну і як, щоб... Больше было вдохновения, все время думаю просто об этой книге сейчас. Действительно, днями и ночами сижу, делаю ресерч. Вот только вчера закончила именно делать целую полную биографию Дали. Читаю одновременно 4 книги сейчас, поэтому я просто сейчас настолько вот в этой книге, что хожу в этой маске иногда. Тобто оцей проєкт про Сальвадора Далі – це твій основний зараз, над яким ти працюєш. А може є ще якісь проєкти, чи от, взагалі які у тебе ідеї наступні творчі? Я продовжую займатися продвиженням короткого метра і «Вихід у море, якщо було завтра». І зараз працюю вот над імерсивним театром по мотивам книги Далі, которую планирую делать осенью, а дальше посмотрим. Хочется тоже и короткие метры, и полные метры, и коллаборации с разными странами, конечно, хочется. Планов много, именно конкретно сказать, что, допустим, я работаю тоже над 2 полными метрами сценариями. Как я сказала, то есть в планах развиваться одновременно и в кино, и в театре, но для меня очень важно, чтобы... Для меня очень важно делать актуальные проекты, то есть какие бы они ни были, они должны как-то относиться к сегодняшнему дню и к нам. Поэтому это все зависит от того, что будет в будущем, от актуальности будут зависеть следующие проекты. Ну і взагалі, ти плануєш повертатися в Україну після закінчення навчання в Америці? Чи будеш пробувати там себе якось зарекомендувати? Ну, как я сказала, для меня нету такого, что там или здесь. Я хочу работать везде, со всеми, и как получится. То есть я хочу работать в Украине, я хочу работать в Америке, я хочу работать в Европе, потому что я фанат европейского кино, итальянского, французского. Но, то есть у меня нету как границ, я не хочу себя ограничивать. То есть на фестивалях ты знакомишься с разными интересными людьми, и ты даже не знаешь,
вот ты познакомился с каким-то интересным фильмейкером, и все, у тебя уже готово, и ты делаешь какую-то вместе коллаборацию. Поэтому я не люблю ставить какие-то лимиты или границы, я хочу делать творчество, а где и с кем по дорогі рішиться. Ну, я розумію, що ти зараз сама тільки на початку свого творчого шляху, конечно. Ти ще молода режисерка, але у тебе вже є успішний проєкт. І от які поради ти могла би дати молодим українським митцям, режисерам, акторам, сценаристам? От як їм все ж таки знайти себе? Ну, могу сказати, що от дійсно правильно, що просто я тільки починаю свої шаги, я не уверена, якщо я в позиції кому-то щось советувати. Но могу просто поделиться как философией, то что когда кто-то говорит там ты сумасшедшая или это бред или ничего не получится, отлично, не слушайте их, идите дальше, потому что ну вот как я сказала уже несколько раз, для творчества границ нету, и любая реакция, даже самая негативная, это хорошо, потому что в нашей профессии самое худшее — это равнодушие. Если никого не интересует то, что ты делаешь, главное, тебя должно интересовать. То есть творчество, оно очень интересно тем, что ты как пытаешься через творчество говорить с людьми, показывать свои мысли и также затрагивать какую-то актуальность, которая происходит. Поэтому не бывает неправильного. Главное просто пробовать новое, экспериментировать и идти к своей цели, несмотря ни на что. Тобто тебе взагалі не лякають там якісь негативні коментарі, мабуть, там у соціальних мережах і таке інше? Я стараюсь себе это воспитывать, потому что я один раз решила поспорить в комментариях, и это никуда не приводит. Поэтому зачем? Все равно, если есть даже какие-то негативные комментарии, это уже хорошо, значит, людям не все равно. Значит, люди хотят об этом говорить. Поэтому я себе стараюсь, ну, действительно воспитывать то, что реагировать хорошо как и на плохие, так и на хорошие комментарии. А якщо не секрет, про що ви там сперечалися? Да, ми спорили про название фільму, потому что оригинальное название If We Had Tomorrow, а я решила на українском, ну, мы вместе решили с командой, что будет «Якщо було завтра». Ну, это сюрреалистический фильм, и такое интересное название, оно, в принципе, звучит, как будто кто-то сделал ошибку, но мы так специально назвали. И очень много людей писали в комментариях, что неправильно перевели название фильма. Что как будто бы в Google переводчик вбили, и, короче, неправильно название. Ну, я решила поспорить, но потом поняла, что вообще у каждого есть свое мнение, и каждый должен быть при своем мнении. В общем, теперь я не буду ни с кем спорить. Ну і наостанок у мене є такі коротенькі бліц запитання, буквально одним там реченням. Феліні або Параджанов? Феліні. Рей Бредбері або Ліна Костенко? Ліна Костенко. Океанельза або Red Hot Chili Peppers? Нельзя такое спрашивать. Ну, ладно. Це бліц, можна одне слово буквально. Red Hot Chili Peppers. Окей. Вареники або Big Mac? Вареники, конечно. Сопілка або банджо? Сопілка. Київ або Нью-Йорк? Київ. Дуже тобі дякую. Дуже дякую.